Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. У нас спикеры деловой программы. Наталья, расскажите, пожалуйста, с какими целями вы приехали на этот форум, на эту неделю, и чего ждать от нее? Вы знаете, я представитель мебельной компании, и надо признать, что довольно редкий гость в области именно таких больших форумов, как общий такой контекст ритейла, и впервые на этом форуме. Меня пригласили сюда в качестве спикера для того, чтобы рассказать о том, как мы двигаемся от мультиканальной системы к омниканальной системе коммуникации с нашими клиентами. Вы в том числе являетесь спикером деловой программы. Расскажите, про что будете рассказывать и почему эта тема актуальна для аудитории, которая сюда приехала? Вы знаете, мне кажется, что в принципе очень актуальна сейчас коммуникация с покупателем во всех каналах, которые использует покупатель, чтобы выбрать продукт и сделать покупку. И поэтому для мебели это не исключение. Несмотря на то, что кажется, мебель надо выбирать, посетив магазины, потрогав ее, пощупав, но покупатель сегодня, особенно молодое поколение, готовится к тому, чтобы выбрать мебель. И прежде чем он придет в магазин, он тщательно готовится, выбирает, читает экспертные статьи, рассматривает сайты, изучает цены. И только потом уже идет в ту ритейл-точку, которая, кажется, ему наиболее соответствует его ожиданиям. Поэтому вот эта тема омниканальности, как правильно и как в целом комфортно для покупателя общаться с ним, она сейчас очень актуальна для всех ритейлеров. И у нас есть такой кейс, который достаточно интересен для мебельной отрасли. Я хотела им поделиться с другими отраслями. Спасибо большое. Вот такая экспертиза присутствует на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.